Салют, вы находитесь на канале Барахольщик. В этом ролике я собираюсь прошить свою приставку PlayStation 3. Перед тем, как прошить свою приставку, хочу сделать небольшие новости о канале. Мы знаем, что сейчас YouTube в России работает очень плохо, и дальнейшая его судьба крайне неизвестна. Поэтому, чтобы не потерять с вами связь в случае непредвиденных обстоятельств, я вам рекомендую подписаться на мою группу ВКонтакте, ссылка на нее находится в описании. И также на Дзене есть полное зеркало канала, куда я залил уже все свои ролики. Ссылка на него находится в описании к этому ролику. А теперь погнали прошивать PlayStation 3. Флешка обязательно должна быть отформатирована в системе FAT32. Заходим на сайт pspx.ru. Все ссылки будут в описании. Скачиваем прошивку на флешку в папку PS3. Update. Устанавливаем флешку во второй USB-порт приставки. Переходим на вкладку «Настройки» и выбираем «Обновление системы». «Обновление с носителя информации». Ждем процесс обновления. Приставка в итоге перезагрузится. Дальше нам надо установить Hen. Для этого открываем браузер консоли, нажимаем треугольник и выбираем поиск. Нам нужно перейти на сайт nikolayevich23.github.io. После чего нажимаем Auto Install Hen. Поздравляю, ваша приставка прошита. С включенным Hen можно запускать сторонние игры и приложения. Но как установить игры? Существует два способа. Первый способ. Идем на все тот же сайт pspx.ru. Нам надо скачать PKGI на флешку. На PlayStation 3 переходим в управление файлами PKG. Установить файлы PKG. Все места. И выбираем наш установочный файл. Сама программа PKGI позволяет скачивать PKG файлы игр сразу на приставку. Достаточно лишь запустить программу. При включении нам говорят активировать консоль. Для этого на вкладке PlayStation Network выбираем «Управление учетной записью», «Активация системы», «Система PlayStation 3». После чего возвращаемся в PKGI. При нажатии на треугольник можно настроить фильтр для поиска нужной игры. Выбираем нужную игру, и автоматически скачивается установочный файл PKG. Снова заходим в управление файлами PKG и устанавливаем игру.
Второй способ. Если в программе PKGI вы не нашли нужную игру, вы можете скачать ее на компьютере, но для ее установки потребуется файловый менеджер Multiman. Скачать его можно на сайте PSX Core. Устанавливаем с флешки Multiman. Дальше скачиваем на флешку игру. Я скачал God of War 3. Заходим в Multiman, переходим на первую вкладку и запускаем файловый менеджер. DevUSB 000 – это наша флешка. Заходим на нее, выбираем папку с игрой, нажимаем кружок и копируем. Возвращаемся на каталог назад и открываем DevHDD 0 – это жесткий диск приставки. Игру надо скинуть в папку Games. Когда игра полностью скопируется, переходим в раздел «Игры» и выбираем игру. Она симулируется в приставке как диск с игрой. Моя месть свершилась. Вот таким вот получился ролик о прошивке PlayStation 3. Если он был для вас полезным, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. Не забываем о том, что у нас есть группа ВКонтакте, ссылка на нее находится в описании к этому ролику, и также наша группа на Дзене. И до новых встреч, всем пока!